Сегодня прошел первый прямой эфир нового проекта «Мы вам поможем». Его запустил театр «Геликон Опера» совместно с научным обществом «Медицинская практика». Во время онлайн-трансляции на вопросы отвечают опытные врачи. Первый эфир посвятили онкологии. И посмотрели его более 18 тысяч человек прямо во время трансляции. Помогли организовать госпитализацию 6 пациентам. Одной женщине нашли онколога, который взялся ее лечить и проводить химиотерапию, не прерывая беременность. Работу врачи продолжат и после эфира. Они ответят всем, кто оставил свои вопросы. А их за полтора часа накопилось 342. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, наши сограждане, которые страдают различными хроническими заболеваниями, испытывают дефицит информации. Именно поэтому эксперты научного общества «Медицинская практика» объединились, чтобы дать максимально правдивую профессиональную информацию о различных лечебных опциях, о той помощи, которую можно сейчас получить и как получить эту помощь. А готовясь к этой трансляции, мы получили огромное количество больных вопросов от людей, которые страдают теми или иными заболеваниями, от родственников пациентов. Эти вопросы никого не оставляют равнодушными. Мы надеемся, что в ходе трансляции мы сможем помочь каждому, кто обратился к нам. Хочу отдельно сказать спасибо, слова благодарности всем, кто помог организовать эту трансляцию. И надеюсь, что такие эфиры, такие трансляции станут хорошей традицией, и мы сможем помогать больше и больше.